Зубная паста от Сибирского здоровья основана на прополисе. Что такое прополис? Это клейкое смолистое вещество, которое пчела собирает с весенних почек деревьев и обрабатывает своими ферментами. Ученые давно доказали целебные свойства прополиса, а их множество. Бактерицидное, убивает бактерии и вирусы, губительно действует на некоторые грибки, обладает обезболивающим, противовоспалительным, заживляющим действием. Каждая порция прополиса неповторима по своему составу, поэтому трудно приспособиться к его действию. В этом сила прополиса для здоровья человека. В составе зубной пасты содержатся также и травы. Это ромашка, шалфей, облепиха, бадам и герань. Вместе с прополисом они делают свое дело, причем без всяких химических добавок. Содержание прополиса до 10%, когда в других пастах всего до 1%, которые неэффективны.